Итак, всем привет, дорогие друзья. Вы знаете, как меня зовут. И... О, черт, я не хочу туда идти. Собственно, сегодня мы попробуем выбраться из лабиринта. Подземного лабиринта. Собственно, вон, я попал оттуда сверху. Вон, видите, лестница. Она тут заканчивается. До нее нельзя допрыгнуть. И поэтому мне придется ползти. Ползти, вот. Ползти вот по вот этим лабиринтам. Твою мать, на самом деле, немножечко стрёмно. Я не люблю ползать по таким лабиринтам. У меня с собой свет. Ну, небольшой, но свет... Ой, тихо, бегать не надо. Большой, но свет. Я не знаю, что тут обитает. Какая-нибудь морозина, но... Я как бы не хочу себе громко вести. Потому что мало ли, услышат и... Не знаю, как бы в печерах особо никто не водится. Но... Что-то меня тут настораживает немножечко вот эта пещера. Как бы это вообще не пещера, катакомбы какие-то. Поэтому, серьезно, не знаю, что тут может водиться. Я очень боюсь выглядывать из-за углов. Вы просто не представляете, как боюсь. И поэтому я буду вести себя крайне аккуратно. А пока могу с вами поговорить насчет, например, чего-либо. Например, что если закричать в пещере, то есть шанс, что все обрушится. Да? Серьезно, это подтвержденный факт. Так как звук отражает... Ой, да. Пещера отражает звуки, вот эти вот голые стены, этот камень... Камень отлично отражает звуки. Фух. Так, я пока что посижу в шкафчике, переведу дух. Собственно... Да, камень умеет хорошо отражать звук, поэтому, если громко закричать, то все завибрирует в пещере, и она, собственно, может реально обрушиться. Так, я не знаю, куда идти нам, но как бы я не особо хочу куда-либо идти. Серьезно, я хочу побыстрее просто отсюда выбраться, и все. А? Разлом какой-то. То, мать, я не знаю, как бы, я очень боюсь выглядывать из-за углов. Свет в конце туннеля какой-то. Твою мать. Серьезно, это, вы не представляете, как это страшно, у меня аж рука вспотела. Так вот, это мы пришли в начало, понятно. Так, окей, раз мы пришли в начало, значит, мы ходили направо. Тогда давайте пойдем налево. И посмотрим, что у нас там. А справа мы прошли по кругу, и ничего не было. Окей, давайте поговорю с вами на другую какую-нибудь тему. Например, на тему философии. Всегда во всяких рассказах... И это что там такое? А, это летучая мышь. Во всяких рассказах и прочих литературных, ну и художественных произведениях... Вот. И присутствует иногда эта летучая мышка... Присутствует иногда вот сама философия. Вот. А философия... Господи. Это иногда какие-нибудь сопельки. Сопельки, честно, я не очень люблю. Вот. И, господи, блядь, как страшно же. Извините за... Блядь, ты что ж пугаешь-то? У меня ж спина уже вся вспотела. Вы чё? Прям холодный пол. Вот. Собственно... Пофилософствовать я, как бы, не особо люблю, потому что... Это что такое? А, господи. Просто игра теней. Вот, философствовать я люблю, но не на публике. Потому что у меня на публике это дерьмово получается, но... Тут давайте посмотрим. Например, я попал, да? Попал вот в такую ситуацию. Честно, я бы... У меня есть фобия темноты, короче. Ты что такое? Что это за херня? Блядь! Отвали нахер! Блядь! Ебать, он арест! Сука! Шкафчик какой-нибудь куда-либо! Блядь! Сука, что это было, твою дивизию? Ой, ёб, твой интерес. Что за херня? Господи.
попав в такую ситуацию, я бы, наверное, я не знаю, что бы я сделал. Я бы прям навалил вот кучу вот прямо вот здесь вот. Твою мать. Так, окей, надо двигаться предельно осторожно. Я тут видел шкафчик, в котором можно было прятаться. Видимо, он не зря тут стоит. Что это была за хрень? Я не знаю. Честно, не знаю. Блядь, я не знаю, меня кубики пугают, алло. Что это за нахер? Так, яйца в кулак, пошли. Так, блядь, не знаю, меня кубики испугали, понимаете? Кубики, алло. Кубики, не надо так пугать. Господи, боже мой. Я даже... Я не знаю, я не хочу туда идти, серьезно. Ладно, придется. Давайте пойдем. И... Блять, я так заорал на меня стрёмно. Господи, шучу. Я даже не разглядел нормально, что это еще было. Палка какая-то, блять. Хорошая палка, говно мешать. Сука. Да я когда в зеркало смотрю, и то, блять, не так пугаюсь. Да ладно. А? Терен. Блять. Не, вон туда я не пойду. Бля, там тупик. Господи, что мне делать? Пиздец. Чуваки, это пиздец. Куда мне идти? А? Тут какой-то свет. А? А? Тупик. Вообще эта срань на меня сзади вылезет и вообще пиздец будет. Не, чуваки. Мне нельзя себя загонять в уголок. В уголок, господи, я не хочу туда идти. Я не хочу туда идти. Я не хочу, чуваки. Что мне делать? Я серьезно, мать вашу, не хочу туда идти. Вдруг эта страхоебина сейчас на меня вылезет. Я же обсикаюсь. Господи. Ладно, давайте споем вам песенку какую-нибудь. Блять, если я... Бля, мышка. Мышка, не пугай меня так. Если я буду петь песню, на самом деле, то вы умрете, наверное, от моего ужасного голоса. Если вы до сих пор не умерли... Шкаф. Блять, как же это напряженно, на самом деле. Если вы до сих пор не умерли от моего ужасного голоса, то... Конечно, тогда вы, наверное, сможете... Нет, не сможете послушать это. Я боюсь вылезать, потому что если справа сейчас эта вот хрена тень вылезет, это будет просто... Это жопа будет. Я так обкекаюсь, что ли? Господи, не знаю. Это будет ужасно. Я попробую найти выход отсюда. Правда, не знаю, как. Господи. Меня бомба, блядь, испугала моя комнатная. Так, что-то я слышу. Нет? Я что-то реально сейчас слышу. Господи, нет, туда я не пойду. Господи, чуваки, что мне делать? Что мне, мать вашу, делать? Ёбаный носок! Сука, я ногой ударился. Из-за тебя, мышь поганая. А? Блять. Зачем же так пугать? Так, я помню, когда я проходил мимо вот этой дыры. Тут? Да. Блять. Что же делать, твой? Твою налево, я опять пришел. Да, вот это? Да, я опять сюда пришел. Твою же дивизию. Ну и что, куда ползти, куда идти? Господи, носок ты надувной. Блять, мыши. Меня сейчас максимум мыши пугают. Не, вот сейчас вот накаркаю же и выйдет, блядь, из угла это. Хуебера. А? Блять. Вот я ненавижу. Ненавижу такие узкие проходы. В них может таиться какая-нибудь хуегера. Блять. Господи,
Я сейчас молчу, хотя молчать нельзя. А, блять. Молчать нельзя. Мне сейчас просто вся спина потная. Потная, блять, в холодном поту. Просто жопа. Пацаны. Так, окей. Блять, там тупик, нет? В тупик я, пожалуй, не пойду. Мне кажется, или я по кругу хожу? Я не знаю, как отсюда выйти, потому что... Мать, ладно, давайте побегаем чуток. Так, тут я был. Тут я был. Так, там шкаф. Окей, давай сюда пойдем. Потом сюда пойдем. Зачем еще ношусь? Опять я реально кругами какими-то хожу. Я вот один раз обсерился от этого нашего. Я не знаю, кто это, потому что как его отхарактеризовать? Нашу бабайку. Какая-то хренотень с фиолетовыми глазками. А, блядь, ты что такое? Чуваки, что это за нахер? Блядь, я хотел вам его показать вблизи. Блядь! Падла, что кружило? Бежит? Телепортировался, видно. Кружило какое-то, он мне по щам дал. Черт. Твою мать, да что делать-то? Так, где? Надо искать выход. Блять, это не выход, это тупик, наоборот, господи. Чуваки, я сейчас вот реально, вот без подделки эмоций, реально, сейчас мне что-то стрёмно немного. Блять, не знаю. Господи, свет? А, ясно. Так, может мне спереть один факелочек? О, класс, тогда же лучше стало, слушай. С факелом в руках. А, это не факел. Во, теперь факел. Прекрасно. Так, теперь надеюсь, он не будет наоборот меня бояться. Сейчас я тут с факелом, и поэтому. А, блядь!